привет. У нас сегодня выходной, и мы едем отдыхать, едем в Орландо. Мы недавно проводили прямой эфир и говорили, что мы поедем, наверное, в сафари-парк, где будут животные, посмотреть животных. В итоге не получилось, и мы переиграли, поехали в Орландо. Вот едем уже час с лишним, осталось совсем немножко. Сейчас заедем с детьми, перекусим, поедем в торговый центр. Дорога долгая сегодня. Хотя в сафари ехать тоже 2 с чем-то часа, но это, правда, не в сторону Орландо, а в сторону Майами. Но не успели бы мы в любом случае, потому что поздно встали сегодня. Зайдем вот туда вот, Cheesecake Factory, какой-то университет здесь, центр, большой молл. Этот ресторан, но девчонки говорят, очень классный, они его знают. Мы ни разу не были еще. Электромобили. И что-то мы им покупали, им что-то не понравилось, оказывается, что-то было в этой жизни. А я что-то не помню, если честно. Знаешь, как заряжаются электромобили? А, электромобили. Бэхи, еще заряжают, да. Специальная парковка, да. Для электро. Так, мы еще едем. Сейчас с Лёмкой говорим на тему того, что как хорошо, что есть Wi-Fi в машине. Вот, у нас есть Wi-Fi в машине, все подключаются, и, в общем, все смотрят то, что хотят. Вот, это так хорошо, спокойно. Фактически так же, как дома. Да, как дома, да. Такой же Wi-Fi. Потому что жизнь такая, если Wi-Fi нет, нет интернета, все, сумасшествие начинается. Ты не знаешь в машине, чем детей занять. Вот, да, сейчас очень удобно. Тем, ты сегодня попросишься? Да. А еще я еду фактически вот на автопилоте. Чуть-чуть за руль держусь, но сама рулит. Я, конечно, дикий немножко. Да, после такой машины-то пересесть. Да, я помню, на Ниссане у меня вот так вот руки такие, в укоченении. А здесь я просто двумя пальцами держусь, она сама поворачивает. Вот смотрите, сейчас идет поворот у нас. В общем, конечно же, это очень удобно. Нет, нам. Не Тесла, конечно. Но для путешествия, конечно, очень удобно. Так, мы скоро подъезжаем. Сейчас заедем в Universal. Посмотрим вообще сам сити Universal. Там погуляем и заодно забежим на кассы. Хотим все-таки попасть, завтра с утра пойти и погулять, покататься на каких-нибудь горках. Надеюсь, у нас получится. Ну, в общем, как получится, посмотрим. Вот, уже скоро подъезжаем. Минут 20 осталось буквально в дороге. Так, мы приехали. Парковка будет бесплатная сейчас вечером. Мы едем в City Walk, то есть погуляем сейчас там. Парк уже закрылся, естественно. Едем на парковку. Прогуляемся сейчас, потом в отель. Так, все, мы приехали. Девчонки бесятся, потому что они не могут сидели так долго на одном месте. Теперь будут бегать. Народу, ребята, вообще очень много здесь. Просто невероятное. Большое количество. Ага. Сейчас будем играть в гольф. А здесь две стороны. Выберем себе, наверное, с червяками. Так, сейчас поиграем в гольф. Взяли клюшки, взяли мячики. Ждем очереди своей. Так, Стежка забивает. Мимо. Ну, в общем, вот так вот мы играем. Лина, стой, жди своей очереди. В общем, такая вот игра гольф. Девчонкам нравится.
Так, тут поинтереснее, конечно, тут уже открывают, закрывают лунку, так что это не очень просто. Так, мы играем, забиваем, а потом нам открывают дверь. Сейчас посмотрим, как ваша команда выйдет отсюда. Держа. Так, вышли, ребят. Последняя лунка инопланетянин-гусеница. 18-я по счету. Здесь лунка вращается. Да. Все, мячики забираются. Игра заканчивается. Выходим. Все, ура. Мы вышли. Так, фотосессия, смотрю здесь. Набрали пиццы. Бассейн? Нет, бассейн мы не пойдем. Мы приехали, кстати, в наш отель. В Орландо все-таки прохладнее, чем у нас. Мы прям мерзнем. Замерзли. Кофточки надели. 207, да, у нас номер? Так, 207 налево. Идем. Разводы, давай, докопаемся до чего-нибудь, да? А что не опечатанный? Это же другие. Давай, открывай. Это же не Хилтон. Ну да, в Хилтоне все. Открывай. Так, наш номер. Кухня небольшая есть. Есть столик такой, какой-то островок. Да, сейчас наденешь пижаму, будем спать. Наш номер. Да, прям ложись прям здесь на полу. А в ванную сходить. Наелся. Наш номер. С видом на бассейн. В общем, почему-то у нас два телевизора. Нам некогда будет его смотреть, конечно. Ну вот две штуки. Наши кровати. Все, спать. Да, Линка, спать. Все, устала, замерзла и устала. Надо кондиционер прибавить. У нас еще кухня есть. Всем привет еще раз. У нас следующий день. Мы выехали. Останавливались в линейке Хаят. Были два отеля рядом. В одном мы были давным-давно с Шарлоттой. Вот. А рядом был более такой на вилле. Мы в него в этот раз приехали. В общем, нам не очень понравился. Поэтому есть за эти деньги, так сказать, и отели получше. Поэтому Хаят Хаус он называется. Короче говоря, не советую, честно. Не очень. Грязненький такой довольно-таки. Он симпатичный. Вот. Интерьер такой у него легкий, но он грязненький. Вот. Сейчас мы едем кушать, мы все голодные, злые. В общем, время очень много уже, 12. Первый час уже пошел, мы ничего не ели. Спали до 10, пока прособирались. В общем, короче говоря, едем. Едем мы кушать. Так, сейчас перекусим в Оливия Гарден. Это красиво. У них само здание, цветочки, прям красота, все зелено. Идем? Да. Красивое подождем местечко у нас здесь. Так, ну что, наконец-то нам принесли наши булочки горячие итальянские с чесноком, брэдстикс. Это какая-то лазанья, Тимофей заказал. Первый раз такой вижу. А, салатик итальянский. Вот. Сыр у них здесь льется рекой, конечно, и все пахнет сыром. Нам принесли настоящий итальянский альфредо. Вкусно. Тарелки вообще ужас просто. Конечно же, я столько не съем. Это просто. Не умею снимать. Смотрите, как дома практически сидим. Облопались все, хоть песни пой. С Артемкой мы хотим песни петь. И спать, да? Выпивай. Очень вкусно итальянская паста. Очень вкусно. Креветки прям вообще обалденные. У меня так не получается дома готовить. Надо научиться. Кстати, нас спрашивали про ресторан. Там есть ресторан.
потерялись в Англии отвели. Оливье Веган. Итальянский ресторанчик. Мне очень нравится. Очень скромненько, но... Да, сейчас мы приехали... Да, мы приехали в Флориду Молл. У меня сейчас такая ностальгия немножко. Я вспомнила, как мы приехали первый раз с Артемом в Америку. И, по-моему, сняли кабриолет BMW. Короче, катались без навигатора, без ничего вообще, как, знаете, неандертальцы. Вот. Даже симок не было. Короче говоря, мы приехали в Флориду Молл, у меня была сломанная нога. Я со сломанной ногой, то есть я приехала еще с России. Вот. И как-то так вот сейчас зашла и прям ностальгия, как первый раз я здесь ходила, хромала с костылями. Так, мы приехали вот в этот магазинчик. Такой магазин, где можно собрать свою игрушку. Там разные игрушки, можно и Гарри Поттер, в общем, Animals. Там наполнитель, ты выбираешь, сначала берешь, я так понимаю, кого ты хочешь сделать себе, потом наполнитель. Можно пищащую делать, в общем, со звуком. Вот. И потом в конце тебе ее собирают, и, в общем, очень мило для детей, интересно сделать свою игрушку. Мы сейчас выбираем. Основу выбираем. Получили сертификат о рождении. Все. Глаза, цвет, короче, все прописано. Одежду выберем, выбираем одежду, потом наполнитель. Без чего? Прям вообще ничего. Будет одинаково. Все, готовится наша игрушка. Можно на рюкзачке, вон его даже носить. Положили всякие разные вонючки туда, как у нас говорят. С Cotton Candy, в общем, можно сделать и бабл, клубничка. Родились наши ребятки. Ну все. Сделали игрушки, положили нам рюкзачки красивые и целый пакет еще всяких роликов взяли, да? Ролики. Вот есть у нас BMW сертификат. А, да, вот этот сертификат, родились они у нас сегодня. Ролики, какие-то ботиночки. Смотрите, центр Орландо. Мы едем в парк сейчас. Гулялись. Приехали в парк Орландо. Здесь вот лебеди, вон лебеди, да. Там стоит лебедь. Да, да, да. Давай посмотрим поближе. Их большой лебедь. Мы гуляем в Орландо, в центре, в парке. Очень мило здесь. Уточка. И уточка здесь, да. Какой красивый лебедь. Нет, нельзя, и ты упадешь сейчас туда. They're not scared. Они боятся вообще. No, little bird, don't. Лина уже пытается приручить. Он меня куснул. Очень большая птица. Я вблизи так лебедя особо не видел. Пришел ко мне прям. Так красиво плывет, смотри, какая прелесть. Как на картинке. Да, точно, как на карте. Так, все, мы выезжаем домой с Орландо. Машину заправили, сами поели. В общем, короче говоря, так прошли наши выходные. Детям включили телевизор. 3 часа дороги с лишним. Все, мы едем домой. Ну, и так. Все, увидимся в следующем видео. Пока-пока.